Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале, на канале для любителей музыки. И в этом видео для вас будет звучать музыка австрийского композитора Франца Шуберта. Франц Шуберт был любим своими друзьями, у него был преданный кружок единомышленников, однако широкой публике этот композитор не успел стать известным при жизни, поскольку жизнь его оборвалась в 31 год. Убежище от страстей и горестей окружающего его мира, композитор находил в своем творческом вдохновении, которое никогда его не покидало. В экспромте Шуберта «Ми бемоль мажор» проявился дар композитора притворять в музыке поэтическое восприятие голосов природы и тем самым вполне раскрывать мир эмоциональных, душевных переживаний человека. В первом разделе этой пьесы прихотливо вьющееся стремительное пассажное движение напоминает журчание ручья с кристально чистыми звонкими струями. Ручей, тот самый ручей, который стал главным персонажем вокального цикла Шуберта «Прекрасная Мельничиха». Ручей, к которому все время обращается главный герой вокального цикла, поверяя ему свои радости и печали. А в среднем си-минорном разделе мелодия звучит подобно песне одинокого странника, бодро и безнадежно шагающего вперед. Thank you.
Thank you.